Мама, вот я графировал салюты. Да. Ура! Я как раз вовремя графировал салюты. Молодец. Мама. Вау, я пес. Смотри, какие красивые. Да, я поставлю это в YouTube, и весь мир это увидит. Да, 71 лет нашей стороны. Я желаю нашей стороны, что каждый раз в неделю поставили песни Садаил. Чен, мы, которые пришли из СССР, мои родители, я родился здесь. Что я надеюсь, что нашу культуру песни Садаил поставили здесь в Израиле. Что хоть поставили нашу культуру, потому что наша культура не находится. И тоже же мы жили вместе, не так, все были вместе, мы все разные, это хорошо. Я желаю уже хоть в Галгаляйце, когда кто-то молодой начинает свой петь рэп, хоть дали ему петь в Галгаляйце, это лучше, чем все это песни. Я избежал от культуры, ну хоть это я желаю. Что нам хоть строили такой по ракет коля в наш город. Салют! Да. Вот это все в моем телефоне. Да. Мама, будут слышать, как ты говоришь. Да, я говорю, тоже слышно, что мы говорим. И это, да, и салюты. И что мы все жили... Мама, что ты желаешь нашей... Мама! Уф, как бы меня не слушать. И, мама, а что ты желаешь нашей стороне? А что ты желаешь, папа? Да, а я желаю, что в нашей стороне, что поставили в Галгаляйце песни музыки Садаила хоть раз в неделю, песня ихни, что мы жили вместе, и чтобы все придевают, кто же не как мы. Потому что мы все разные здесь, потому что мы пришли оттуда, а эти пришли оттуда, а те пришли оттуда. Мы хоть знали принимать те, которые не как мы, правильно, мама? Да. Я желаю, что хоть узнают, кто это Клин вообще, кто это Курох и Диджей Мэш. Потому что тоже их культура лучше здесь поставить. Бог сохрани. Уже 4 минуты я так пытаюсь держаться. Я уже 4 минуты, мама, так. Да. Да, моя рука становится устоять. Да, ну я хоть держу, потому что я хочу. Поставить тот салют. Салюты, Ах, я не знаю, сколько времени этот салют будет браться. Выглядит, что мои руки скоро упадут.
5 минут я графирую этот салют. Да. Мама. Да. Папа. Я вчера был в этом проекте, я развлекал там девочки, папа. Ты понял? Все девочки, красотки смеялись на мои шутки. Что ты думаешь про это, папа? Это молодец. Я... С тобой интересно. Да, я крутой. Правильно, мама? Эту салюта.